Лопаточку не, не берите здесь за конец. Мы же сейчас с вами находимся не, не в чистом поле. Лопаточку, чтобы было легко управляемо и не было длинной. Понимаете? Вот. Поэтому сейчас продолжаем дальше. То есть идет опять, бьет сюда. То есть мы делаем точно так же. Оп, и втыкаем сюда. Значит, что делаем? Смотрите. Все, начало такое. Видите, я вошел в него, и вот это движение, оно идет. Оно идет вот такое вот. Я его осадил. Видите, коротко. И получается вот такое движение. Раз. Голову я насаживаю на лопату, а лопату втыкаю в голову. То есть у нас вот это движение синхронное. Реверсивное. Понятно, да? Еще раз, почему вырвал? Смотри. Вот так. Ау! И все. Ну пошли. Ну пошли. Все точно так же. Ничего, в общем-то, меня не меняется. Вот начало движения. Оп. Вот отсюда идет на удар или отсюда вращательным движением ходит вперед. Так, вот смотрите, пойдемте туда, сейчас я вам покажу это как в туалете, да? Сейчас сверху. Вот оно, смотрите, вот оно, да. Вот мне здесь негде его. Там видно, Сань, заметно? Да, еще есть. Сюда зайди, прямо отсюда посмотри. Как-нибудь посмотри сверху. Все, о, видно? Все, пошел. Иди сюда, вот он где-то. Светочка пошла. И вот он здесь удар сразу, вот он. Вот здесь негде размахнуться. Здесь четко видно, что размахнуться негде. Хап! Бам! И он здесь. Все, вот. Вот он. Вот он. Там размахиваться негде. Чем уже пространство, тем меньше движения. Но начало делаем то же самое, чтобы нам голову не ломать, мы его отрабатываем, то же самое отрабатываем. Все, что отсюда бьется и отсюда бьется, он защищается одинаково. Да и даже наотмашь не важно. Вот если опять, ну так, сразу к слову пришлось, если, например, ударил меня отсюда, то отсюда, я раз, опять то же самое, то есть разницы нет. Разницы нет, он делает то же самое. То есть разницы нет. Одно и то же движение. Поехали. Корочка, да? Корочка, бам, да. Вот сюда, да? Вот сюда, да?